Жилой квартал «Среда» – это пространство для счастья и комфортная среда для жизни, работы и отдыха. Жилой квартал «Среда» – это новый масштабный проект комфорт-класса, расположенный в юго-восточном административном округе Москвы в Нижегородском районе, с развитой инфраструктурой в 10 минутах от центра и в 5 минутах от третьего транспортного кольца. Выразительная архитектура жилого квартала от международного бюро Рикардо Бафил Таллер де Архитектура. Современный ландшафтный дизайн от английского дизайн-бюро Гелеспис, школа, детский сад, обширная спортивная и образовательная инфраструктура создают комфортную среду для всестороннего развития личности. Жилой квартал находится в 5 минутах ходьбы от станции Нижегородская Московской кольцевой железной дороги, которая открылась в сентябре 2016 года. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, теннисная академия, фитнес-центр, ледовый каток, поликлиники, досуговые и торговые центры. Открытие станции метро в шаговой доступности от ЖК «Среда», а также расширение Рязанского проспекта существенно сократят время на дорогу в любую точку Москвы. Уже сейчас до Москва-Сити можно доехать за 25 минут, а до Измайловского парка или парка Кускова за 10 минут. В 2018 году в непосредственной близости от квартала откроется станция метро «Нижегородская улица» Кожуховской линии, которая станет частью транспортно-пересадочного узла «Рязанская». Жилой квартал «Среда» — это 9 гектаров благоустроенной территории, парки и скверы, беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки, теннисная академия и уютные зоны для отдыха. Жилой квартал «Среда» — это гармоничное пространство для жизни в непосредственной близости к центру Москвы.